Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к ним по книге «Великие музеи мира». Петр фон Хесс. Прием короля Греции Атона I в Афинах. 1839 год. Холст масла 250 на 415. Большая картина. Немецкий художник Петр фон Хесс вошел в историю искусства циклом исторических картин. В 1833 году он сопровождал короля Отто в Грецию, в новообразованное государство. Там собирал материал для будущих живописных работ, которые в большинстве своем попали в собрание новой пинакотеки. Живописец запечатлел прием короля Греции Атона в Афинах. Он изобразил древний храм Гефестион на Агоре, на фоне которого происходят встречи, подчеркивая торжественность момента, его историческую значимость. На картине представлены портреты важных политиков и влиятельных лиц греческого правительства. В то же время композиционным центром стала сама природа и греческая история. Хесс отказывается от изображения аллегорий, триумфа, восхваления и других традиционных элементов парадного чествования короля. Живописца больше интересует местный колорит и исторические памятники, которые являются символами места, образами исторической и политической легитимности представленного события. Для него древнегреческое наследие являлось почти священным. Он предлагает зрителю насладиться видами старого города. Фигура короля, как и сама сцена встречи, почти не угадывается на картине. Тематическое и концептуальное место в композиции занимает храм и освещенное солнцем и живописно скомпонованная толпа местных жителей. Большой формат работы определяется значимостью ее сюжета в рамках академической иерархии жанра, его репрезентативным характером, необходимостью внимательно и подробно рассмотреть всех представленных персонажей. Вот такое описание к работе Петр фон Хесс «Прием короля Греции Атона I в Афинах», 1839 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания.